Приветствую вас. Вы знаете, насчет того, что вас борется два моего я, и то, что вы не можете работать там, где не лежит душа, это вопросы, требующие, скажем так, более тесного контакта с вами, более глубокого понимания вас. Вот, ну потому что тут нужно понять, что это за я, тут нужно понять, в чем их борьба, тут нужно понять, как бы, суть конфликта, тут нужно понять, что вы понимаете под душой, что вы понимаете под не лежит, вот, что вы, грубо говоря, понимаете, что вы чувствуете, точнее, когда работаете на месте, да, из каких мыслей появляется это чувство, то есть все вот эти вот вещи, их нужно разбирать. Поэтому насчет вот этих двух моментов, я, наверное, пока что не скажу, потому что делать предположение, мне кажется, было бы слишком здесь самонадеянно и довольно высокий риск ошибиться. Вот, хотя и может быть по ходу ответа я что-то и предложу. Но вот насчет того, что вы ленивы, да, и в целом ощущение от вашего от вашего текста, от вашего вопроса. У меня, знаете, вот такое, я бы сказал, в целом у меня вот такое ощущение, что вы требуете от себя. Как будто бы. Вы требуете от себя, как будто бы, вот, сделать что-то сделать. Так вот скажем. Вот. То есть это вот, мне видится, ну, таким образом, примерно. То есть вы требуете от себя обязательно, там, грубо говоря, работать, да, я должна работать, я должна, там, что-то делать, условно говоря. Вот, если я не работаю, да, если я не делаю что-то, вот, то, ну, вероятно, я плохая в таком случае. Тогда. Понимаете, какая штука? Вот. И вот этот момент, что что я плохая, если я там, ну, не делаю чего-то. Этот момент, он мне, как бы, ну, грубо говоря, не дает покоя, да? Потому что вы как будто бы себя наставляете. Ну, я не удивлен при таком раскладе, да, если я прав, я не удивлен, что что вам, ну, нужно там себя заставлять и так далее, потому что вы не хотите, вам не хочется, а вы себя заставляете там что-то делать. Ну, грубо опять же, если говорить. Ну, вот. И естественно, что как бы, ну, хорошего в этом ничего нет. Так что с
смотреть здесь нужно именно вот на то, как вы приходите к вот этой вот позиции, что вы ленивы, что вы там, грубо говоря, не знаю, не должны быть ленивы. Например, вот, что вы должны быть какой-то другой, и так далее, да? Потому что на то, чтобы себя заставлять, уходит очень много ресурсов, на то, чтобы себя заставлять там что-то делать, вот, особенно если этого делать там не хочется, и так далее, вот. На требования к себе, если они есть, да, ну, высокие, большие требования к себе, тоже уходят, как бы, ну, много ресурсов достаточно, вот. Потому что, ну, требования, они, если не обрадуется, да, то человек либо принимает то, что у него что-то не получается, делает выводы и идет дальше, либо он там продолжает пытаться, продолжает там биться головой в стену, да, условно, и там не мириться, там не иметь возможности смириться с тем, что у него, ну, не получилось, грубо говоря. Да, вот, то есть тут как бы вот такой нюанс, как мне кажется, достаточно важный. Дальше, значит, вы пишете, давайте теперь рассмотрим вот этот вот нюанс. Вы пишете, что я, значит, такой человек, который не может работать там, где, ну, где там, условно, не лежит душа. Вот. Ну, в таком случае, я думаю, вы, ну, с пониманием относитесь к тому, что, что я у вас спрошу, ну, в таком случае, возникает вопрос, а для чего вы работаете? И как вы, ну, как вами, там, ну, воспринимается то, что если вы работаете там, грубо говоря, вот, ну, как-то вот не на том месте, да, которое, ну, соответствует вам. То есть это как, ну, воспринимается как что? Воспринимается как что-то негативное, воспринимается как что-то ужасное, воспринимается как, ну, как что это воспринимает. Вот. То есть, на мой взгляд, это достаточно важный момент. Вот. Потому что, собственно, от этого зависит то, как вы выстраиваете свою жизнь, да, от этого зависит то, как вы выстраиваете свою модель поведения. Здесь мне кажется, что мешается хочу, то есть то, что я хочу получить, образно говоря, от работы, и то, что, ну, то, что нужно, то есть то, что надо, то, что должна. Вот это тоже смешивается друг с другом, вот, и получается такая вот мешанина из, ну,
грубо говоря, из различных там моментов, из различных деталей ваших, из различных желаний, например, ваших. Тут это все очень важно. Дальше. По поводу того, что постоянная депрессия. Это нужно к врачу обратиться. Вот. Дальше. Насчет чего вы боитесь? Вы говорите, вопрос в том, что если не добрю, так скажем, то работу я тоже потеряю. И что будет, Анна? Если вы ту работу, то тоже потеряете. Что произойдет? В таком случае. Если вы ту работу тоже потеряете. Давайте попробуем. Вот. Углубиться немножечко вот туда вот. В эту вот. Ну. В эту сферу. Вот. Просто чтобы посмотреть немного. Чтобы поисследовать, чтобы изучить, чтобы лучше себя понять. Вот. Ничего страшного не будет, если откроются какие-то вещи, которые до сих пор вы пытались скрыть. Поэтому все, я надеюсь, что помог вам. Значит, вы пишете в конце, не знаю, что мне делать. Что делать, чтобы что? И в чем вы видите помощь психолога в вашей ситуации? Какие моменты вашего психологического состояния, по вашему мнению, вам вредят? И вот, собственно, то, что вам вредит, ну, по вашему мнению, вот, можно будет поправить и скорректировать. Всего вам доброго, удачи, надеюсь на обратную связь.